семья Денке, Тимофей Степанович Денке, который жил здесь в монастыре, а потом поехал, поехал в Иерусалим, чтобы там помочь и поддерживать миссию. И он должен был докладывать на архиерейском соборе о делах в миссии в 1074 году, как раз во время Третьего Всезарубежного собора. И во время полета его аэроплан взорвался, и он погиб вот, в авиакатастрофе. Так вот, его нашли, его тело, и он здесь похоронен вместе с его супругой и еще кого-то, я не знаю, кто это, если это Лидия Денкин, 53-го года. Скорее это дочь, может быть, Лидия Денкин, не знаю, кто она такая. На 16-го года, это супруги, они 94-го, 98-го, то ей было 18, это, наверное, дочь. Или сестра, но это уже на 20 лет. Здесь...